Посмотрите, друзья, какую у нас сделали красоту, построили, ну или, скажем, обновили отель. Это самый большой, наверное, отель у нас. 5 звезд. Такой парк сделали. Красиво все. И вот прямо напротив гостиницы вот такой у нас шикарный, хотела сказать, монастырь. Мечеть шикарная. Смотрите, старая мечеть. Сколько я себя помню, столько вот такая мечеть. Можно подняться, видите, вот эти балкончики маленькие, можно подняться прямо на самый верх, и оттуда открывается шикарный вид на город. Смотрите, как красиво. Видимо, ремонтируют что-то. Сейчас мы сделаем с вами фотографию. Суницкая мечеть называется, там это подсказывает. Смотрите на наши шикарные чебуреки, домашнее вино, нам дали перчатки и приборы. Ой, девчата, и кофе с корицей. Вот мы куда зашли, друзья, покушать чебуреки. Фучинариум. Я когда-то вам показывала. Чебуреки суперские. И вот посмотрите. Смотрите, служебный телефон. Посмотрите, какая рыба, друзья. Посмотрите на эту рыбку. Посмотрите на эту огромную рыбу. И на продавца тоже. Посмотрите, какая классная рыба. Толстовун. Да, там самцы там плавают. Самцы плавают ярче. Там еще янтарная плавает, желтая. Вот это желтая, да? Янтарная форель. И вот это, посмотрите, какая. Это форель наша местная большая. Судачок сада. Наша местная форель. Фига, какая у нас форель водится, видите? Баня, как семга бывает. Живая, свежая. Да. Спасибо большое. Спасибо. Счастливо. Вы тоже на Ютубе? Радужная форель. Посмотрите, какая прелесть. Супер. Друзья, вот посмотрите. Ну как, вот глаза прямо разбегаются. Посмотрите. Какая красота. Смотрите. Такие цены. Гранаты азербайджанские, помидоры, мандаринчики 170. Тут дороговато тоже, да? Нет, вы просто на Ютубе. Не бойтесь, не бойтесь. Это не для налоговой. Посмотрите. Сливы, чернослив. О, вообще супер. Овощи свежие. Это фейхоа. Да. Фейхоа. Овощи 50 рублей. Огурчики 80 побольше. Посмотрите, разбегаются просто глаза. Вот так вот капнулся.
Смотри, вот эти красивые подвесные игрушки. Смотри, сколько сыра печеного. Это с плесенью сыр. Вообще суперски. Так, девочки, все уже готово. Вот имя ювелира, адрес его, телефон. Кому нужно что-то починить, девчата, вообще супер. Очень внушает доверие, серьезный молодой человек. Гравировку здесь можно сделать тоже. Смотрите, какая красота. Тут даже на телефон можно сделать гравировку. Вот. Подарить что-то такое. Видите? Можно сделать отличный подарок. Разумные цены, девчата. Мне очень понравилось. Смотрите, зашла в магазин. Хочу посмотреть крестик. Это разве здесь? Здравствуйте. Сказали, что где-то вот здесь есть монастырская лавка, где можно крестики. Это вам надо выйти из соседнего магазина. Спасибо по большое. По ступенчикам поднимитесь. Спасибо большое. Посмотрите, какая красота. Сколько сувениров. Вот эти два яблочка или это две вишни? Просто прелесть. А в какую цену у вас вот эти матрешки? Не самая маленькая, а средняя. Может, матрешечку своим купить. Вот. Нет, вот. Да? 550. Угу. Сколько там внутри штучек? 5. Дайте мне, пожалуйста. Я без очков ничего не вижу. Этот букетик в какую цену? Еще мне надо очки одеть. 800. 200 рублей. Вот этот букетик, да? Да? Дайте мне еще букетик, пожалуйста. Прям какая красота, девочки. Единственное новое, пока туго будет заходить. Матрешка? Ага. Хорошо, спасибо. Супер. Ценник сниму? Снимите, пожалуйста. Очень шумно. Вот в этом доме мы жили, смотрите. Вот в этом доме мы когда-то жили. Идем мы в магазин «Шоколадница». Пока тихо, скажу вам, потому что движение очень большое, шумное. Вот, идет стройка, как видите, везде мусор. Вот. Что? Наша кухня на восьмом этаже. Я не вижу ничего. Вот, смотрите, на восьмом этаже. Девочки, сейчас попробую вам показать. Ой, ой. Вот двухстворчатое окно. А! Вот на восьмом этаже, видите? Двухстворчатое окно. Вот. Это окно нашей кухни. Вот кирпичом выложено. Это Тамик делал. Тамик своими руками делал с помощью нашего зятя. Вот они делали, выкладывали кирпичом. Посмотрите, девочки. Мечта, мечта кондитера. Посмотрите, сколько всего. Считается, что здесь... А вот шоколад, да, коврик какой-то.
смысле, какой-то коврик для шоколадных украшений. И вот такой тоже, видите. А это, видимо, тоже для украшений. Эти формочки можно делать шоколадные. Ну-ка, для украшения тортика. Ой, какая красота. Всякие ленты, краски, бусинки. Посмотри, каких только нет бусинок. Внизу это что у нас? Тоже ленты такими бобинами. Здесь золотые, видите, звездочки, присыпки. Наверху фигурки для торта. Здесь вот детские фигурки. Посмотрите, какая красота. Даже запариваться не нужно. Купил и все. Так, вот там всякие розочки. Здесь только формы, девочки. С этой стороны вам ничего не показываю, потому что там только формы, куда торт поставить. Вот, смотрите, какая присыпка. Обалденная. Прям глаза разбегаются. Посмотрите, сколько всего. Просто супер. Так. Мороженое, всякие замороженные вещи. Формочки. Формочки всякие. Ну, тут тоже висят различные формы. Формы для шоколада, для муссовых изделий. Сейчас посмотрим, где у них здесь шоколад. Это уже просто кондитерские изделия, отдел. Различные формы, подставки под торты. Красота. Так, пойдемте сейчас спросим то, что нам нужно. Смотрите, какая погода классная. Золотая осень. Мы вот прошли мимо школы, проходим, идем пешочком до рынка. Вот, я вышла из шоколадницы, друзья, ничего не купила, потому что мы без машины, и мы идем на рынок. И тащить с собой мне просто было лень, я ничего не купила. Вот, приеду специально отдельно на машине и купим тогда то, что мне нужно. Вот там такая красота, смотрите, как красиво. Это школьный двор. Вот столько магазинов, тут всего прям вот в каждом доме, видите? В каждом доме что-то. Слушайте, я в кофте, смотрите, в шерстяной кофте. Я изжарилась. Мне так жарко. Вроде без нее холодно, в ней жарко. Что делать? Вот, смотрите, девочки, мы где? Ходим пешочком. Упаковочные материалы написано. Может, зайдем? Хочу. Пойдем. Смотрите, девочки, какая красивая одноразовая посуда, как настоящие тарелки. Посмотрите, какая прелесть. Вот, посмотрите. Ну, тогда видно, да, что это бумажная. Вот тут вот. Как так я сделала. Тяжело говорить. Вилочки, ложечки, все-все одноразовое. Сколько пластиковой посуды. Такой, знаете, для упаковки прям вообще. Смотрите, какие маленькие. Вот это маленькие с крышечками. Не знаю, для чего это. Вот такие чуть побольше. А, вот такие вот тоже стаканчики, смотрите. Ведерки есть. Видите, вот такие вот контейнеры. И коробочки суперские прям. Цены вообще 5 рублей, посмотрите. Ну, это индивидуальные пакеты, коробочки. Красиво. На день рождения. Такие пакеты. Посмотрите, какое огромное количество красивых пакетиков. Бумажные всякие. Цена просто вообще. Так, на 35. Шипыба. Хоть бери, покупай. Отсюда вези. Тут мы подарков накупили. Посмотрите, сколько детской одежды.
классное место, обслуживание супер, нам очень понравилось. Как вас зовут, девушка? Лия. Лия, вот, смотрите, это на Алане мы. Видите, мы идем. Есть у вас? Не, у меня ростовский комплект такой, соль и перец. Мы, вот там вот такая маленькая ложечка, зараза, сама. Нету. Спасибо. Ну вот, девочки, вот мы идем. Накупили всего и подарков, и себе кое-что. Это уже украшения на Новый год. Тучки, журналы, календари церковные. Это искусственные цветы или живые? Искусственные живые, да? Внимание, что смешивает краски. Вселенская Неонара. Так, смотри. Мандарины. Вот эти тоже сладкие яблоки, смотри. Яблоки. Да. А, вот эти сладкие яблоки. Очень яблоки. Туда немножко.